Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня хочу вам показать, скорее не рецепт, а способ оформления, ну, или подачи очень симпатичной закуски на праздничный стол. Хотя и со вкусовыми сочетаниями в ней тоже все в порядке. Это холодная закуска, скорее к водке. Безусловно, на такой богатый праздничный стол. В первую очередь потому, что используются дорогие продукты, красная рыба и авокадо. И потому, что процесс приготовления хоть и прост, но все же требует несколько больших временных затрат, чем просто нарезать готовые селедки, скрытые из пакетика, на стол. Но ради праздника, я считаю, можно позволить себе потратить на 15 минут больше времени. Итак, понадобится свежая красная рыба. Выбирайте потолще. У меня он какой шмат. О, красавец какой, а! Дальше авокадо, картошка, лимон, луковичка, я взял шалот, соль, сахар, петрушка, немного зелени для украшения и оливковое масло холодного отжима. Теоретически можно и готовую в нарезке купить, но, по крайней мере, в наших краях в нарезке продают ее чрезвычайно тонко напластованной, буквально лазером. А для сегодняшнего рецепта такая тонкая нарезка все же не подходит. Поэтому я предпочитаю засолить ее сам. Тут все просто. Две части соли, одна часть сахара. Хорошенько распределить все по поверхности. Накрыть пленкой и убрать в холодильник. Все будет готово очень быстро. Уже через сутки вы получите малосольный вариант, а дня за 2-3 рыба просолится настолько, насколько ее обычно просаливают для продажи вот в нарезке. Такой, короче, выбирайте время просолки на свой вкус. Картошку надо для закуски отварить в мундире, охладить и очистить аккуратненько. А с лимончика срезать немного цедры. Часть пойдет для ароматизации масла, а часть для украшения. Немного соли и капельку ароматного, очень вкусного масла оливкового холодного отжима. И поработать пестиком, чтобы эфирные масла из цедры растворились в оливковом. Отлично. Ну, теперь можно и остальное масло добавить. И перемешать. Все, ароматная оливково-лимонная заправка готова. Кислота в данном случае лимонная очень важна, она не даст авокадо, мякоть авокадо, потемнеть. А сейчас моё кино. Рыба уже просолилась. Она у меня пролежала в холодильнике трое суток. Можно заниматься сборкой. Итак, несколько слоев. Верхушку башни делаем из рыбы и обязательно заправки сверху. Вот такая красота.
дождаться гостей, она прекрасно может в холодильнике. Стол украсит, на мой взгляд, замечательно. На вкус вообще прекрасно и очень экономно. Здесь же в основном картошка. Да, и авокадо, и рыба есть, но картошка для нажористости. Так что, я думаю, гости будут довольны. Вы тоже. А в качестве закуси под водочку будет вот так. Тут же и лучок, и цедра лимонная, и заправка вот эта вот с кислинкой. Красота. Короче, готовьте и наслаждайтесь. А я эти замечательные башни есть буду за кадром. Потому что есть и красиво, наверное, не получится, а разрезать красоты не будет. Спасибо за компанию. Всем пока.